Кавказский автоцентр откроется сегодня в Руставе. Иберия Бизнес Групп вложила в строительство этого объекта 4 миллиона лари. На церемонии открытия приглашен премьер-министр Ника Гилаури. Для гостей подготовлена демонстрация новых моделей автомобилей и специальный акробатический номер. Менеджмент компании считает, что с гибкими условиями регистрации и низкими ценами эта автоярмарка окажется вне конкуренции. Ее территория составляет 46 тысяч квадратных метров и разбита на 4 зоны, а также один терминал. Первые 2 недели Кавказский автоцентр будет обслуживать клиентов бесплатно.